был построен в конце 18 века по проекту архитектора Джакома Фарри. До этого здесь было построено деревянное круглое здание рынка. С тех пор он и носит название «Круг». Длинное здание слева – конюшенный двор. В 18 веке дворами называли предприятия. Еду в очередную долгожданную поездку по рекам и каналам. Когда сюда приезжаю, всегда стараюсь именно вечером прокатиться по рекам и каналам. И вот мне сегодня пришлось прокатиться даже по Неве от Петропавловской крепости. Мимо Авроры, Литейного моста, а затем по Фонтанке, Мойке и вот сейчас любимую зимнюю канавку и Медному всаднику. Проезжаю конюшенное ведомство, еду по Фонтанке. Любимые места, наверное, можно ездить бесконечно. Даже в разное время суток это все будет восприниматься совершенно по-другому. Удивительные экскурсии. Где еще такие есть экскурсии? Наверное, во всей нашей стране нет таких. Подобные экскурсии по рекам и каналам города. Где еще сохранилась такая структура? Да и вообще такая удивительная красота. Мойку заселяли адмиралтейские служащие и военные. Они жили в деревянных домах, расположенных вдоль реки так плотно, что первый же пожар еще в петровские времена уничтожил все строения. Сразу за поворотом обратите внимание на трехэтажное желтое здание с симметричными входами в виде арок по левому берегу реки Мойки.